Энерго- и водоснабжение в Киеве полностью восстановлено. Об этом сообщает мэр города Виталий Кличко. При этом отключения света будут продолжаться из-за дефицита мощности. Накануне в результате очередной волны российских ракетных ударов по украинской инфраструктуре в столице электричества лишились 350 тысяч домов. Без воды остались 80% жителей города. Как утверждает украинская армия, по целям по всей стране были выпущены более 50 крылатых ракет, 45 из которых были перехвачены. Это война с гражданским населением. Это подстрекательство к подчинению. Это война с ценностями. Украинцы уважают свободу. Мы не привыкли к тому, что мы какие-то рабы. Был специфический свист. Явно что-то пролетело. Потом мы услышали взрывы и побежали. Мы все бегли. Зачем они делают это? Хотят запугать нас. Минобороны России подтвердило, что нанесло удары по военным командным пунктам, а также по энергетическим объектам в Украине. По словам Владимира Путина, их можно считать отчасти ответом на недавнюю атаку на Черноморский флот России в аннексированном Крыму. Тем временем российское телевидение показало кадры разрушенного отеля «Волчевский» в аннексированной ЛНР. Назначенные Москвой власти заявляют, что в результате украинского ракетного удара по городу погиб один человек. Под завалами могут оставаться люди.